Даник, поехали, Аркан! Продай АВМ ТХ! Один. Два. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня будет ваша самая любимая рубрика под названием «Всегда говори да». Также, ребята, я не один, со мной. Пацаны, всем привет! Это будет просто нереальное видео! Я надеюсь, что задания будут не очень жесткими. Ну что же, Тик-Так, давай задание номер один. Первое задание будет максимально простое, но очень обидное. Ты какой-то слишком богатый. Продай-ка два ножа и три арканы за 003. Ребята, перед тем, как я начну выполнять это жесткое задание, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, и тогда я вам подарю вот этот ножичек. С вас просто лайк и подписочка, и комментарий. Тик-Так, поверь ты мне, мне надо продать три арканы. Блин, а я же все арканы продал, у меня вообще аркан нет в инвентаре почти. Так, первый аркан это 5 с инвином, то есть этот аркан я точно продам за 3, мне не жалко. Первый аркан, дзинь, улетела. Так, ребята, теперь мне надо найти еще две арканы, какие мне не жалко. UMP-45B с этими дорогущими наклейками. Ой-ой-ой, какие же они красивые. Но, походу, UMP-45B тебе тоже придется продать. Сколько стоит? 111 голдишки. О-о, как дорого. Ладно, ребята, аркана номер 2. Да, я выполню этот челлендж как настоящий мужик. Жик-жик уже не мужик. Ха! Я выполню этот челлендж, и поверьте вы мне, ребята. Все будет нормально. Так, продаю аркану номер 3. О, фам-бум! Она самая дешевая. 106 голдишки, нормально. А вот дальше мне надо продать целых 2 ножичка. 2 ножа! Ну а прямо сейчас мы будем продавать 2 ножичка. Так, ребята, давайте думать логически. Мы же брейны, конечно, мы брейны. Какие ножички самые дешевые? Это Скорпион, Холидей Фрост. Это по-любому. И еще Кунай Пойзен. Сколько? Что? Не-не, Кунай Пойзен не самый дешевый, ничего себе. Фулли Вортекс сколько стоит? О, идеально. Значит, я продам Скорпион Холидей Фрост и Флип Вортекс. И после этого мы, ребята, приступим к заданию номер 2. Да, это жестко, да, это дорого, но это все, ребята, ради вас, ради контента. Ну что, брат, был Скорпион и нема Скорпиона. Продам за эту голду. Чао, какао. Анетка! Хотите прикол, это тоже прибыла Анетка? Она, короче, стоит тут под дверью. Подслужила то, что я сливаю нож челленджа Тик-Така и спрямала сама. Слышь ты, Анетка! Так, пацаны, что быстро придумали в комментариях? Обидную рифму к слову Анетка! Потому что она же совсем уже обнаглела. Вы посмотрите, что творит, дорогая ты моя. Я вам хочу сказать только одно, ребята. Это очень больно делать, но я прямо сейчас ставлю 0-0-3. Тик-Так, запомни, я тебя найду, я тебе отомщу, говнюк маленький. Как говорил мой дед, чао-какао. Кому-то очень сильно повезло, но, к сожалению, не мне. Ну чё, Тик-Так, давай свое вонючее задание номер 2. Ну, дорогушечка, ладно, справился. А теперь иди в закладочку бомбы и там каждую смерть продавай свой нож за 003. 3 раунда. Дядь, ты шо, в сосну уехал? Ты вообще ненормальный? То есть за каждый раз, когда меня будут мочить, я должен буду продавать один с ножей за 03? Ой, ребята... Обращение к моим тиммейтам, пацаны, я вас люблю, давайте, собрались, метро люблю, работаем. Пацаны, вы идите первый, я за вами, поняли? Я говорю, я на подстраховке, если что, просто сами понимаете, я у мамы один, поэтому, пацаны, я там пушить не буду. Блин, вот это да, пацаны, все, давайте, вы там первый идите, я где-то там в спине буду. Нападают, нападают, нападают. Не, пацаны, прыгать нельзя. Два раза попал, как он выжил. Вот негодник, вот это неживучие тараканы. Нормально, там его кто-то добил. Все, пацаны, все, изи, каточка. Нас осталось трое, противник осталось только один. Потом, пацаны, все, ГГВП. Все, пацаны, давай там какая-то дефьюзия без меня. Все, ребята, в первом раунде мы ничего не продаем. Все закончилось хорошо, пацаны, раз дефьюзят. Все, имба. Ну а прямо сейчас, ребята, я вам покажу, кто такой Кент ТПК Киберспорт, а? Вы посмотрите на вот это! М16 у кента в руках. Так, пацаны, давайте, вы первые идите. Ой-ой-ой-ой. Пацаны, вас не жалко, идите первые. Оп, получай. Вы чё? Там тиммейт слился, вы чё, нубы? Так, ребят, аккуратненько.
Как? Лакер, лакер! Идемте продавать опять тоже через 3. Так, ребята, больше мы сливаться не будем. Поверьте вы мне, больше ни единого слива не будет. Так, счет 2-0. Все, last two round. Играем по брейну. Капец, я в закладке раю в одну КД. Ребят, вы не думайте, я не нуб. Ну просто так сказать, ну не залетает пока что. Давай, братик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау! Вы видели? Меня еще не замочили. Так, пацаны. Отстаньте, отстаньте. Все, все хорошо, хорошо, хорошо. Так. Фух, наконец-то все замочили. Все, осталось 2 противника и ГВП. Все, аккуратненько, как пантера, подкрадываемся к противнику. Оу, изи! Ну что, ребята, это испытание для меня было слишком легкое. Переходим к следующему испытанию. Братик, а ты хочешь такой же крутой дроп, как и у меня? Ну не знаешь, как получить? Тогда тебе, брат, на булдроп, потому что булдроп это топовый дроп. И именно для тебя есть специальный подарок. Я дарю тебе вместе с булдропщиком халявную голдишку, чтобы получить именно этот просто есть промокод, который находится снизу, и халявная голда твоя. Все, братик, не теряй время. Третье задание максимально простое. Купи 9 кейсов, но не просто 9 кейсов. 10-й кейс ты купишь, Origin, и ты должен открыть все эти кейсики. Вы понимаете, что на съемке этого видео я потрачу очень много голдишки. Окей, я прям сейчас покупаю 9 фейбл кейсичков, и у меня есть 10-й Origin кейсик. Ребята, все пишем хэштег Аркана, и давайте просто поверим в чудо, понимаете? В чудо! Чудо это не так 9 фейбл вонючий, чудо это нож какой-то, например, нож бабушка Легаси. Я продал уже за это видео миллиард ножей. Ну хотя бы один выпади обратно, хотя бы один, умоляю, прошу, прошу. Давай, дорогулечки ты моя, мой ты маленький фейбл кейсичек, давай, давай. У, легендарочка. Чё? Вонючий 5-7 Tactical, блин! Я вам скажу только одну. Я забыл, что хотел сказать. Поэтому, братва, просто открывай. Просто открываем без режиссу. Посмотрите, арканы даже не прилетают, чисто не рарки. И самое бедное, должен открыть Origin кейсик. Origin! Origin! Не-не-не-не-не-не-не. Какой еще Origin? Ты чё, дядька? Дядя, это не смешно, это реально не смешно, я должен по-настоящему открыть Origin кейсик. Он стоит сколько? Он стоит на секундочку 5300 голды. Вы считаете это нормально? Да блин, это не нормально! Давай, 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 давай! Ну, нельзя было немножко правее, ну, Stand of 2, ну ты что не видел? Ну у меня и так черная полоса идет по жизни, теперь эта черная полоса стала вдвое больше. Ладно, ребята, давайте просто напишем хэштег бабушка выпадай. Так, ребята, нож бабушка Легаси, иди сюда. Я даже сделал такой мини-бустик, возможно мне возможно мне, как обычно, не повезет. Хорошо, осталось 3 попытки. Ребята, давайте будем открывать техника легкой руки. Посмотрим, ну чё там. Ух ты, блин, ничего себе. Я уже подумал, что эта техника сработала. Так, ребята, техника легкой головы. Вы спросите, что это такое? Это когда вы берете, вот так, кстати, вашу голову, берете, вот так, набираете разгон. И делаете вот так вот, бух. Все, братва, изи, изи, изи шпизи. И нам выпадает, как обычно, любимая рарочка. Ну, конечно же, конечно же. Вот это хороший дроп-то падает, да? Последний, пацан, 9-й фейбл кейсик. Чего? Джин Застер Фулл, это вонючий. Вот это было очень даже обидно. А прямо сейчас я должен открыть Origin кейсик, ты серьезно? Дядя, ты за шут? Это прям слишком хардово даже для меня. Это слишком хардово, отвечаю. 3, 2, 1, поехали, Аркана, Аркана, Аркана! Я тупо бот! Я потерял все, что мне было. Я тупо нищий. Я нищий. Я нищий. Я нищий. Четвертое задание. Всего-то. Открой гифтбокс, дорогушечка. Что? Ты хочешь, чтобы я открыл мой единственный гифтбокс? Он стоит 20к голдишки. Ты хочешь, чтобы я его прямо сейчас открыл? Я это сделал. Я это сделаю. Ребята, вы готовы? Если вы готовы, пожалуйста, напишите хэштег Кент лучший и напишите хэштег Тик-так нюхай грибы. Стоп, пацаны, я так подумал. Смотрите, это хитрая падаль. Хотела, чтобы я вообще был нищим, но я-то буду мне. Он сказал, открыть гифтбокс.
Но он же не говорил, в стендофе его открыть или в симуляторе кейсиков. Поэтому я сейчас гифтбоксик открою в симуляторе кейсиков. И по сути я задание выполнил. Ну шо, все, открыл, все, ребят, отлично, выбил Valve Tactical. И теперь погнали смотреть, что же скажет Тик-Так, потому что здание выполнил. Но мне кажется, Тик-Так будет очень злым. Ой, Кентуха, ты решил меня обмануть в симуляторе открыть? Зря ты это сделал. Продай АВМТХ. Чего-чего? Это сон, Саня, ты чё? Блин, ребята, не должен продать мой АВМ Treasure Hunter. Это самый дорогой скин в игре. Я просто возьму и прямо сейчас продам за 0.03. Все, ребята, на счет 3 нажимаю кнопочку продать. 1, 2. Но сольешь в МТХ-шечку ты в своей телеге, дорогушечка моя. Ссылочка будет у тебя в описании. Ну что же, уважаемые подписчики, если вам понравилось подобное видео, пожалуйста, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм, чтобы видеть продолжение, и напишите любой хороший комментарий. В этом видео я стал реально нищим, я очень обижен на Тик-Така, и поверьте вы мне, когда буду снимать ту же самую рубрику на его канале, ему не поздоровится. Все, ребята, всех обнял, приподнял, всем удачи, хорошего настроения, и всем пока-пока, пожалуйста, подпишитесь и прожмите лайк. Ну что, ребятушки, всем пока!